Стали известны результаты конкурса ПАО «Татнефть. Лучший молодой преподаватель научно-образовательного кластера 2020», который проводится совместно с Альметьевским государственным нефтяным институтом. Победителем конкурса стал преподаватель Казанского университета. Все подробности далее. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Борис Платов работает уже много лет. В 2010 году он окончил геологический факультет и входил в число одних из первых выпускников университета в статусе федерального. После этого один год я учился в Канаде, в университете Альберты в городе Эдмонтон. После этого я вернулся в Казань, работал в компании ТНГ Групп, ну и параллельно начал преподавать в университете. Впоследствии с 2014 года полностью перешел в Казанский университет и с тех пор работаю здесь. Интерпретация данных сейсморазведки, геологическое моделирование и геостатистика – лишь малая часть дисциплин, которые преподает Борис Платов. Регулярные занятия со студентами, введение курсов по повышению квалификации и любовь к профессии – все это помогло молодому преподавателю по итогам конкурса стать лучше. Конкурс в этом году подстраивается под реалии 2020 года, поскольку образование в основном перешло в онлайн, то и в рамках конкурса оценивались именно онлайн-дисциплины. Каждый конкурсант должен был предоставить электронный образовательный ресурс для проверки, и кроме этого нужно было заснять две небольшие лекции. Первая онлайн-лекция была об одном из преподаваемых предметов, а вот к подготовке второго видео решили подойти с юмором. Его мы сняли в нашем инкубаторе дистанционных образовательных проектов. Там мы рассказали на таком бытовом языке о том, как работает геофизика при поиске нефтяных и газовых месторождений. Рассказывали на примере поиска кошки. Как отметил Борис Платов, жюри оценило качество его образовательного ресурса, в состав которого входят и видеолекции, и практические занятия. Преподаватель планирует и дальше развиваться в стенах Казанского университета. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.